13 ноября скончался Стэнли. В последние моменты жизни его отвезли в больницу, где он скончался. Стэнли был создателем Marvel и создал много супергероев. Когда он скончался, ему было 95 лет, а еще он часто появлялся в маленьких моментах в фильмах Marvel. На данный момент последнее его появление было в фильме «Веном» 2018. Видео сделано чисто для информации. Если есть ошибки или вы знаете больше информации, пишите в комментариях. Hey, don't give up on her, either of you. We won't. Who's that guy? Okay.